Не тот араб, который поет и говорит по-арабски, а тот, который хранит язык арабский, землю арабскую, народ. Монголы сожгли Дамаск и Багдад, а ты построил самые лучшие улицы, мечети и дворцы, росил пустынные земли и построил самый большой флот в Средиземном море. Но я мамлюк, чужестранец. Кто я? Откуда? Где страна, где я не строил, не разрушал, где мне не скажут, что я чужой? Где? Каждый год из Крыма через Александрию в Каир венецианские купцы привозили 2000 рабов. Там были тюрки, черкесы с Кавказа, славяне, албаны, индусы и греки. Мамлюками назвали всех и разделили их на бахар и бурдж. Речные мамлюки и бахар – это тюрки. А башенные мамлюки, бурдж – это черкесы с Кавказа. Среди них были и другие народы. Кто я? Откуда? Думаю, тюрк из кипчакских степей.